У недавно построенного детского сада «Машенька» людно с самого утра. Молодые родители собрались здесь, чтобы встретить Наталью Макаревич и вместе посадить деревья. Глава города показала, что физический труд ей не чужд, и взялась за лопату. Маленькие горожане сразу проявили твердую гражданскую позицию и пришли на помощь градоначальнице. Такой праздник труда не только стал вкладом в будущее Тамбова, но и принес участникам море положительных эмоций. Ну, мы очень счастливы, что нас пригласили на такое мероприятие, что мы внесем свой вклад в такое событие. 4 года мы будем в этом саде учиться, ходить сюда, вот, посещать. И, получается, это дерево через 4 года уже вырастет. Это будет память для нас. Озеленительная акция называется «Растем вместе». И дети, которые приняли в ней участие, ни в коем случае не сломают эти деревья, а будут следить и наслаждаться их ростом. В этом уверена Наталья Макаревич. Также она поделилась, что считает общение с такими очаровательными горожанами огромным бонусом своей работы. То, что мы сегодня увидели, это называется одним словом – счастье. Семейное счастье, потому что здесь родители, мамы, папы, бабушки, дедушки с детками, собаки даже пришли для того, чтобы закопать дубки и положить основу такому замечательному присадиковому парку. Из 50 молодых деревьев через много лет вырастет настоящая дубовая аллея. И малыши, которые участвовали в ее посадке, будут гулять по ней уже со своими детьми. Дмитрий Сергеев, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова, «Область новостей».